Слушай, ну вот Алина Ковалева не думает. То есть здесь как бы две опции, вести или бить. Ну, вести в пятак, и, видимо, Алина более комфортно себя чувствует. На тейках. Да, именно с двойным. В нашем виде спорта возможно все. Все затаили дыхание. Да, кто-нибудь держите Катю, срочно. Я пока вам покажу выезд красивой Алины Ковалевой из колодки. Вот сейчас она поедет на ваших экранах. Тишина, тишина. Тишина, друзья, и по аплодисментам мы понимаем, что мы поздравляем команду Алины Ковалевой с победой в матче со счетом 5-4. И с победой в серии, да, действительно, эта команда заслужила свою путевку на чемпионат Европы. Они очень уверенно провели все игры. Тут ничего не скажешь, обыграли своих соперников действительно более качественной, более точной игрой. Поздравляем обязательно всех спортсменов, включая запасную Ульяну Васильеву, тренерский состав. Алексей Васильевич Солоусова, безусловно, Татьяна Смирнова. Господи, Татьяна, да, Смирнова, мы тоже поздравляем, друзья. Татьяна Смирнова, поздравляем, Татьяна, передаем большой привет. Ирина Колесникова, конечно, да, же, второго тренера команды, и девчонок, они заслужили эту победу. Да.